10:17, пора валить мне, короче. Сейчас небольшой тестик. Я тут побегаю. Посмотрю, как потери кадров на ультрафаст. Пообщаюсь тут с разными фриками. Расслабленный биолог. Мой сосед до сих пор не вернулся. Он слишком серьезно относится к полевой работе. Я за него переживаю. Так, рендеринг лаг есть. Один кадр потерян. Энкодинг лаг 0 пока. Водичка неплохая. Водичка неплохая. Нетерпеливый биолог. Я приведу его, если мы сойдем на находку, то мы с вами приобзором Макдорос. А где вообще это что? Можно предположить, куда оно двинулось дальше. Приступим. Уху, твоя находка, это просто нечто. Нужно хорошенько порыться в книгах. На это уйдет какое-то время, я скажу, если я что-то найду. Ты уже встречал Грималкинов? Грималкинов. Это линианцы, напоминающие котов. Твой Полико владеет их языком, так что при необходимости вы сможете объясниться. Но я мечтаю поговорить с ними на их родном языке. В каждом регионе Грималкины сбиваются вместе и образуют племена. Я добился определенного прогресса в их изучении. Но клянусь волосками в ноздрях, мои ноги уже не годятся для беготни по полям. А вот ты, похоже, пошустрее меня будешь. Не желаешь погоняться за Грималкиной и рассказать мне, где они живут? Примите задание. Жуткие тени на болоте. То есть, чем я больше с этими говорю, то у меня появляются разные эти самые. Разные задания дополнительные. Смотрим. Average time to render frame колеблется. 13... 13, сейчас поделим. А ну-ка, я вот сделаю 1000. О, все, перегрелось. 1000 поделить на 30. Это 33. Плюс там то все, ну то есть, да, 33 поделить на 3 и умножить на 2. Где-то 20, наверное. Так, сейчас сильно просели кадры только что. Average time to render flame 25. Все. Пошла бородой. Как только я нажал любую другую. Это самое, как это называется, поиск в макбуке. Все просело сильно. Борьба за ресурсы. Он сейчас стабилизировался. То есть тупо ничего нельзя делать на этом ноутбуке больше. Ничего. Потому что у него лимитированные ресурсы на данный момент. Пойду кататься по этажам. Мне надо ехать сейчас на велосипеде срочно, я считаю. Опа-опа. Небесная погоня. Это зал собраний, где может собираться для охоты до 16 игроков. Здесь находятся регистратор арены, стеллаж, регистратор заданий. Менеджер событий, доска объявлений, столовая комната, припасы. Здесь можно построить с другими охотниками состязания по армрестлингу. Повышение доступно для скачивания сети. Короче. Угу. Кажется, нету времени этим всем заниматься у меня сейчас. Ну, вроде бы энкодинга лега нету.
Average time to render frame 16, 12, бля, ну более-менее. Конечно, тут Apple вообще был. Подъем. Ага. Ладно, чуть побегаю. Одну минуту. Я понял, тут стиль такой, типа, как викинги, типа. Немножко. Весь этот Monster Hunter, это, типа, такие странные, типа, здоровенные кости. Типа викинги. А вот сейчас просело что-то. Немножко, нет? Head to the Wildspar Waste immediately. Да-да. Подъем. Мост под водопадом. Более-менее, окей. Ну что, пока закончу здесь. Тест окончен.